1, 2, 3, 4, 5. Ровно 1000 рублей. Один конверт от US Auto и Сбербанка. Я сейчас буду заниматься любимым делом – прятать деньги. А вы будете смотреть заставочку, и мы начинаем бардачок. Бардачок – шоу, которое обогатит каждого. Перед участником 40 автомашин от US Auto. В бардачок одной из них мы прячем 1000 рублей от Сбербанка. Даем участнику 5 попыток открыть любой бардачок, а сами наблюдаем, кому из них улыбнется удача. Все ясно, заводи. Итак, очередной гость, который готов забрать 1000 у Сбербанка, у Мазура и у US Auto, это Екатерина. Кать, доброе утро. Привет. Как себя чувствуешь? Идеально. На что настроена? На победу, исключительно. О, это хорошо. Кать занимается танцами и еще занимается тем, что думает, что побеждает. Да, только так. Сколько лет в танцах? 12. В каких танцах? Бальных. Два движения? Три, два, один. Спасибо, этого много? Много, сказали три, сделала одно. А, это было только одно движение? Да. А второе? Какое было бы? Ну, давайте одно. Хорошо, давай так, каждая машина – новое движение, договор? Окей. Тут есть 35 машин, ага. Есть 5 попыток, ага. И 1000 рублей, действуй. Окей. Куда тебя тащит? Влево, вправо, назад. Красивый разворот. Очень. Это второе движение, кстати. Ну, давайте в эту сторону, допустим. Давайте. Пока не шум. Что там в танцах-то важно? В танцах, ну, конечно, важна артистичность, о, талант. С этим беда у меня, это конечно. Это в первую очередь. Поэтому я только деньги раздаю. Это тоже хорошо. Согласен. Ну, не знаю я. Не знаю. Ну, понятно, что не знаешь. Надо почувствовать, найти. Да, чувствую я аура. Аура притягивается. Ну, давайте, наверное... Я не знаю, в какую. Наверное, я не знаю. Это очень наверное, хороший... Наверное, какая-то из этих двух. Или Lexus, либо Lexus. Либо да? Lexus, либо Lexus. Выбирайте. Вы можете первую попытку этот Lexus, вторая попытка тот Lexus. Ага. Так. Давайте вот этот. Открыт. А как тут полетело? Ничего. Ничего пока? Да. Ну, Кать, это всего лишь первая это попытка. Только первая попытка. Как мы с тобой говорили, вот тут рядышком вторая попытка. Или как? Давайте пройдемся. Давайте погуляем. Давай. И зачем вам эти танцы нужны? Ну, в первую очередь для саморазвития, наверное. А что развивает танцы? О, что развивает? Пластику, так. Координацию. Угу. А интуицию? Интуицию, наверное, ничего не развивает, должно в себе интуицию как-то. Интуицию развивает бардачок. А, вот да. И все, действуйте. Мне нравится беленькая Тойота. Беленькая Тойота? Да. Попытка номер два. Открываем белую Тойоту, друзья. Каждый хочет себе машину. Любой автомобиль с этой стоянки, со стоянки US Auto, может быть твоим. Возьми машину своей мечты в автокредит от Сбербанка. Без путевых листов. Вы собственник с первого дня. Нет ограничений на выезд за пределы Приднестровья. Учитывается доход семьи. Оформляй на месте и владей сегодня. Есть? Да. Ну, как бы мне везло всегда в жизни, так что вот. Ты говоришь, ты не сомневалась даже? Да, я даже не сомневалась. А откуда такая уверенность? Не знаю, мне всегда везет по жизни, как бы, ну вот. Предлагаю вызов. Давайте. Давай еще раз, хочешь? Нет. Ладно, это верно. Зачем второй раз пробовать, если есть первый уверенный и победный? Итак, большое тебе спасибо, поздравляем тебя, спасибо. Это твои деньги. Можно я закончу мои, конечно, передачку? Можно.
Вот так, была тысяча, стала твоей тысячей. Но у нас их много, поэтому пишите нам, приходите и участвуйте. Сбербанк, US Auto, Артем Мазур. Все по-честному, согласись со мной, да? Да. Итак, закрываем объектив. Хорошего дня. Пока.